Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас с вами будет распаковка альбомчиков Stray Kids 8. Здесь у меня две регулярные версии. Я их заказывала уже после релиза, так что я не уверена, будет ли здесь предзаказ, да, какой-то, что там было в предзаказе, кстати, даже не знаю. Ну ладно, в общем, есть две версии, и давайте смотреть их. Сегодня довольно-таки темно, потому что я решила не использовать кольцевую лампу. Я нашла у себя другой свет, и я хочу попробовать снять с ним. Но если в процессе я пойму, что слишком темно, то включу кольцевую лампу. Да, посмотрим. Не знаю, что из этого выйдет. Да, давайте начнем вот с этой версии. Получается, это, наверное, которая черная, да? Такая вот здесь... Ого! Я, ну, не знала, как здесь, да? В общем, получается, здесь такая коробочка, но без верха. Да? А, она еще открывается, окей. В общем, здесь такая гладкая часть, и все остальное матовое. Список треков. А здесь нарисованы такие зубы. Написано Stray Kids. Да, получается, оно вот так открывается. Такая конструкция. И я, видимо, уже немножечко запылила себе карту. Ну, что поделать, так бывает. Я так понимаю, у меня все-таки есть предзаказ какой-то. Так что нормально. Все должно быть. Здесь такой тоненький. Ну, не прям тетрадочка, но тонковатый фотобук. И все такое красненькое. Обложку повторяет, как и на коробке. Так. Как будто бы будет плохо видно. В общем, здесь у нас концепты в черном, да. Где они с тростями, с их маскотами, СКЗУ. Чан. Вот у него... Ну, волк, да. Я не понимаю, нормально видно или плохо, или все-таки нужно было использовать кольцевую лампу. Впрочем, ладно, я думаю, многие уже видели фотобук. Не особо что-то интересное здесь нам смотреть. Все знают, что здесь было. Фотографии те же самые, что и в лимитке. Вот эта фотка, которая мне так понравилась, она здесь точно такая же смазанная и такая же красивая, да. Но здесь, наверное, больше фотографий, да, потому что здесь три разворота на мембера. Но могли бы не повторяться. Кстати, а у Минхо... Кто это? Что у него на трости? Хенджина такая золотая трость. Я сейчас сидела сегодня в ТикТоке, там было видео, старое какое-то видео со Stray Kids. Я поймала себя на мысли, что я не помню, какой цвет волос у Хенджина, потому что в видео был Хенджин с белыми волосами и такими длинными, не супер длинными, но подлиннее, чем вот здесь. И я такая, блин, а какого цвета они у него сейчас? Какой длины? Я вообще не знаю. У Джисуна какой-то... Ну, какой-то грызун. Феликс с какой-то птичкой, да. Ну, в целом, фотосессия такая классная. Мрачная, моя лампа красная добавляет красного во все это. Вот это классная фотография. Ну, у Санмина там была собака вроде, это я помню. Ну, вот эти классные какие фотки с дымом. Ну, у Чинина, по-моему, вот прям феник. Да, еще общие фотографии. Такая. Такая, может, они одинаковые? Хм.
Нет, разные. Сначала просто посмотрела на Хёнджина, и он выглядит одинаково на обеих, а потом посмотрела на Сунмина, и да, они разные. Так, и юнитные фоточки. Ну, шик, блеск. Так, общие благодарности, благодарности от мемберов, треки. Про треки я говорила в распаковке лимитки и аккордеонов, поэтому здесь уже не буду повторяться, можете посмотреть то мое видео. Далее плакат. Наверное, в этом же темном концепте, да? Общий такой, понятно. Угу. Дальше что-то, какая-то штучка, кстати. Она так приклеена, прикольно, ее можно использовать как отдельные открыточки. Значит, здесь Чан. О, так они односторонние, так вообще, это прям открыточки, прикольно. Здорово. Михо. Чанбин. Хёнджин. Джисони. Эликс. Прикольно. Прям открыточки, смотрите. У нее склеенный корешок, и ее можно прям оторвать. Напоминает чем-то предзаказной фотобук в Нуизе. Так, и открыточка здесь у нас тоже не рандомная такая. Здесь юниточки из этого концепта и юниточки из второго концепта Хёнха. Держится за ручки. Нет, вообще, прям юнитки у них классные. Вот это. Клево. Так. Дальше, что тут у нас еще имеется в коробочке? Диск. Такой вот серенький конвертик с камушками. Да. И черный диск. Не помню, был какой в лимитке, но в лимитке покруче дизайны. Я думаю, там был крутой диск. Да, там, наверное, был с голографией. А здесь такой неинтересный. Стикеры. Здесь у нас в темненьком концепте стикеры на каждого мембера. Чан такой. Минхо, какой красивый. Феликс. А что, не по порядку идем? Ну, ладно. Хёнджин. Джисон. Чанбин. Короче, Феликса и Чанбина местами поменяли. Понятно. Главное, что стикеры сделаны не из тех же фоток, вроде, что используются в фотобуке. Это уже хорошо. И у меня, получается, две карты и без даблсайда. Не знаю, какая из них... Не знаю, какая из них юнитка, какая селфи. Давайте смотреть. О, почему у них задники одинаковые? В общем, здесь у меня попались наши Ози Лайн, Чан и Феликс. Так, и вторая карта. Вау! Супер! Вообще обалдеть! Что у него за фигня? Это что, краб какой-то? Это не похоже ни на кролика, ни на кота, ни на кого. Ну, вообще. Ну, мэн. Класс. О, все, идем дальше. Ну, тут коробки прям плохо. Ну, ладно, все-таки. Внешние эти штучки, это не внутренние. Что сказала? Да. В общем, коробка, это коробка. Это внешняя защита. Главное, чтобы внутри все было целым. Да. Такой вот. Блин, я сейчас опять проспойлерю себе все, да? Вау, такой зелененький фотобучек. Да, тоже повторяет обложку. И здесь у нас все такое яркое.
желтенький, такой градиент из белого в желтый, зеленая надпись 8. И такие вот ребятки здесь. Ну, они тут поработали, конечно, с граф-дизайном. Концепт довольно-таки странный. Да и в целом как-то у ребят в последнее время концепты вообще никак не соотносятся с альбомом. Это мне не нравится, да. Это, знаете, они просто делают какую-то рандомную фотосессию и потом ее вставят в один из альбомов. Как будто бы вот после Максидент они уже не особо делают фотосессии в стиле альбома. Мне не нравится такой подход делать рандомную фотосессию. Ой, ну такая шапочка мягкая, прям. Цвета приятные здесь. Такой прям серо-голубой. И все в таких меховых штучках всяких. Так что сама фотосессия классная, но в чем логика, в чем связь? У Чонбина футболка, на ней написано Back Daniels. Это как виски Jack Daniels. Да. Ну не знаю, что сказать. Какая фотография красивая. В целом у нас все эти концепты уже были в лимитке, которую я смотрела. Да, здесь побольше фоток. Здесь по 3 разворота на мембера. Так что есть что поразглядывать. Всякие детальки, украшения. Вот у Джессони подвесочка с грибочком. Интересно, кактусы настоящие или нет? Выглядят как настоящие. Так, и здесь у нас... А, я думала, уже закончилось, да? Феликс в юбке. Прикольно. Такая шляпочка у него с ушками. Смин. Я вот лажу по барахолкам, искала обмены на свои карты Сенмина, которые мне очень много выпали в аккордеоне. И карта Сенмина в шапочке такая популярная. Я так часто вижу, что люди на нее хотят обмен, либо купить ее. Это даже не шляпа, это такая, знаете, прям панама меховая. Ну, прикольные, да, классные фотки. Так, здесь немножечко по юнитам. Ой. А, все, даже общей не было. Ладно. Так, общие благодарности от мемберов и тексты песен. Кстати, тексты песен на таком зеленом цвете. Прикольно. Давайте смотреть дальше, что у нас есть в коробочке. Что в коробочке? Плакатик. С общей фоткой, да, надеюсь. Ну, прикольно, да. Вот, говорю, были бы у них плакаты поменьше, хотя бы как формата плакатов, как у Seventeen, у Seventeen поменьше плакаты, вот, то я бы повесила. Но для таких больших у меня нет места. Так, дальше книжечка такая же. Можно нарвать из нее открыточек, повесить на стену. Диск в зеленом пакетике. Тоже помялся. О, здесь такой темный зеленый цвет. А, это градиент здесь. Ну, прикольно. Вот этот вот верхний темный, а, вам не видно. Но он такой более еловый. Это такой более в траву, а вот эта вот тут вот часть более еловая. Ну, на камере кажется, как будто он одного цвета. Что, стикеры? Карта прилипла к стикерам, понимаете? Ну, я, походу, увидела, с кем у меня карта. Ну, ладно, давайте посмотрим стикеры. Стикеры.
Здесь стикеры такие кругленькие. Круглики. Чан. Чанбин. Вот здесь уже нормально по возрасту идут. А в том у меня Чанбин и Феликс были перепутаны местами. Такой вот прям вообще Феликс красотулька. Сынмин в панамке и Чунин. Так. Открыточка такая же. Да. Я подумала, вдруг нет. И две карты. Сначала посмотрим юнитку. Вроде я юнитку достала. Давайте раз, два, три. Е! Воу! Сегодня день Минхоа. Супер. А Минхо тоже в панамке? А, так у них с Сынмином одинаковые шляпки. Так у Минхо голубая, а у Сынмина зеленая. Блин, круто. Так, и вторая карта, я вроде бы ее видела, поэтому, да, давайте посмотрим ее. Да, Феликс, да, она как бы вот так вот немножечко вот так вот лежала, и я заметила голубое. Да, у меня здесь Феликс такой. Так, как он это делает? Такой вот, с кошачьей лапкой. Такой вот Феликс. Так, больше ничего здесь нету. Ничего дополнительного мне не положили. Блин, супер. Вообще, в идеале я бы хотела собрать от 8 вот этот сет, потому что он прям очаровательный. Да, поэтому Феликс вот у меня выпал. Осталось еще 7 карт. Вот. Так, давайте верну все, что мне выпало. Так сказала, все, что мне выпало, как будто мне много что выпало. О, так у меня мяу-мяу-рача выпала вообще. Придется что-то еще в кадры положить, чтобы скучно не было. Вот такое вот у меня сегодня выпадение. Ну, знаете, я в целом очень рада. Мне в черной версии попалась карта из черной версии, а в этой, в цветной и цветной. Они вроде же должны не совпадать. Насчет юниток я не помню. Но, по-моему, с Элки точно выпадает одна из 16. И, значит, мне просто так повезло, что у меня в версиях попались карты из этих версий. Вообще очень здорово. Может быть, юнитка тоже может из разных версий. Но этого я, кстати, не знаю, да. Но очень круто. Мне прям понравилось. Самое главное, что мне выпал Минхо, потому что этот сет я не собираюсь собирать от 8, и мне нужен был Минхо. Юнитки в целом без разницы. Тут вот есть Минхо. А этот сет я хочу собрать от 8. Так что меня все устраивает. Я очень даже рада. Если вам понравилось мое видео, то можете поставить ему пальчик вверх, подписаться на мой канал, чтобы не пропускать новые видео. Также можете подписаться на мой телеграм-канал, подписаться на группу ВК, потому что там выходят те же самые видео, которые выходят на Ютубе, для тех, кто не может смотреть их на Ютубе. Люблю всякие интерактивчики и общаться с вами в комментариях, но даже не знаю, что вас попросить написать. Не знаю, напишите, как вам мои выпадения, и как вам этот концепт с шапочками, панамками плюшевыми, понравился он вам или нет. Ну и у меня на этом сегодня все. До новых встреч! Пока-пока!